Машину оставили на лодочной станции, как я рассказывала в каком-то уже ролике. Стоянка здесь стоит 150 рублей с машины. Сами без лодки спускаемся к воде. Всем привет! Сегодня 10 сентября 2017 года. Мы прибыли на хутор Рогожкино. В начале лета мы здесь пытались поймать пеленгаса, но что-то у нас ничего не получилось из этой затеи. Отдыхали хорошо, место очень понравилось. Много вот лодок, рыбаков. Да, не буду, только забрасываемся, забрасываемся и забрасываемся. Давно нас здесь не было. В начале лета мы пытались уже поймать пеленгаса. Видели его, но взять нам его ни разу не удалось. И вот мы вновь решили поохотиться на пеленгаса. Так как со временем не совсем получается, завтра надо уже в обедах выезжать, мы решили лодку не накачивать, а вот здесь на лодочной станции облюбовали местечко. Вернее, даже оно было занято, нам пришлось немножко подождать, когда рыбаки уехали. И вот мы закинули 3 спиннинга, поставили на пеленгаса. Они вот уже стоят у нас. И будет 2 или 3 на карпа и сазана. В 17:30 первый поклев. Спиннинг ставили на пеленгаса. И вот он, наш первый пеленгас. Не слышу. Саша, пеленгас? Да. Ну, а что молчишь? Наш первый пеленгас, пожалуйста. Наш первый пеленгас. Ура! Свершилось! Доставай это. Наш первый пеленгас. Как же его показать? Вот если рука моя, то размер до локтя. Начало положено. Через 15 минут после первого вторая поклевка. И хорошая поклевка. Удастся ли Александру Васильевичу вытащить ее на берег? Что-то идет. И вот он второй через 15 минут. Наш пеленгас. Продолжение следует...
сбросил, мы должны ходить. Иди к нам, бери трактор, там тоже есть. Второй. Такой же, по росту. Один в один. Близнец. Попозже мы их взвесим. У нас теперь весы есть электронные. И мы сразу все будем завешивать на ходу. Что-то долго подклевывало. Мы не верили, что там что-то есть. А оно оказалось... Что же там оказалось? И вновь пеленгаз. И вновь пеленгаз. Пеленгаз есть в Рогожкино. Так, Александр Васильевич, ловите. Его не может не быть. И вот он, третий пеленгаз в наших руках. А еще хочу сказать, 10 минутами раньше у нас, вот он, этот, мне кажется, еще больше тех. Здравствуйте. Вот. Это что за рыба? Пеленгаз. Покажите его, на что он будет. Еще один был сход. Ну вот, сейчас я тебе покажу, сейчас увидишь. Был еще один сход. Он прямо сорвал все вместе с кормушкой и ушел. Этого нам удалось взять. 18-20 и вновь поклюв. Что-то есть. Четвертый за полтора часа. Это вообще хозяйский. Рекордсмен, такого еще не было. Я там сниму, тебе взяла сниму. Рыба сильная, ее рука даже не держит. Я сам в шоке. Помоги мне достать мешок. Садок сейчас даже помогу. Секундочку. Я сам в шоке, да? Удержать невозможно. Это вообще большая очень рыба, четвертая. За полтора часа четвертая рыба. Родная моя. Мы тебя так долго ждали. Все лето. А ты наконец поймалась. Еще раз доброе утро всем. Вот и пережита еще одна ночь в борьбе с комарами. В основном досаждают ночью это комары. Когда появляется солнышко над землей, жизнь сразу веселеет. С рассветом солнца мы обнаружили энное количество лодок, то бишь рыбаков, желающих поймать свою золотую рыбку. И немного о себе. За всю ночь не было ни одной поклевки. Вот. Даже намека на то, что это. Думали, что пеленгаз ладно спит.
что-нибудь из сазана, карпа, может, лещика. Но полнейшая была тишина. С рассветом Александр Васильевич проверяет снасти, обновляет. Вот, пеленгас уже начал гулять понад берегом. Мы его уже явно опять видим. Вчерашние 4 пеленгаса нас очень радуют. Все так прошло быстро. В смысле того, что они ловились один за одним. Я где успевала комментировать, где не успевала. Сегодня мы их взвесим. Еще раз подержим в руках, порадуемся. Ну, надеемся, что это и не последнее. Кстати говоря, вчера, 10 сентября, у Александра Васильевича был день рождения. Возможно, отъявленного рыбака, или как это называется, рыбак? Заядлого рыбака. Рыбки решили поздравить, потому что пеленгас у нас поймался впервые. Посмотрим сегодня, 11-го, продолжится ли день рождения. В 6 утра, как по заказу, поймали 5-го пеленгаса, большого. А он соседский спиннер. Наш сегодняшний трофей. 8 хвостов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будете в курсе всех наших рыбальных дел. Ждем ваших комментариев. Пока-пока. Только ты, рыба моей мечты, но только ты.